Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня идем в Икее, в городе Эссен. И смотрите, какая рубаха сразу висит на стене, как декор. Есть кое-что новое, есть уценка. И мне очень понравились вот эти вот чашки. Там не только чашки, там тарелки и все. Вот эти серо-зеленые, непонятного. Вот искусственные цветы, смотрите. Их в Икее много. Мне кажется, они портят любой интерьер, какие бы красивые они ни были. В квартире надо иметь либо свежие цветы, либо вообще никаких. А здесь очень красиво, когда над столом висят 2-3 лампы, а то и 4 красиво. Эту комнату не меняли уже, наверное, года 2. Не знаю, вот как это. Эти наволочки показывала Марина Михина. Они у нас тоже есть, очень симпатичного цвета. А это, обратите внимание, стоил пуфик из меха коровы 80 евро. Сейчас его можно купить за 29,99. Вот эти вот подушки были тоже с вышивкой, очень красивые. Эта комната, я вообще не поняла, что за комната-то, ну вот такая, просто так вам засняла. Этот диванчик очень понравился мне, он мягкий, мои забраковали, им не понравился. Вот эти полки, я считаю, можно повесить как угодно, они очень вариабельные, очень удобные. Меня привлекает все вот с этими сеточками. Я уже давно смотрю. А еще мне понравился вот этот, как его назвать, буфет. Или не знаю как, с подсветкой. И он именно то, что он стоял на полу. Вот опять сеточка. Прямо я залипаю что-то на этой сеточке. Нравится мне. Кровать была очень удобная. Это тоже такой маленький какой-то апартаментик, но слишком уж узкий. Я пошатала этот стол, он оказался довольно-таки таким стабильным. Несмотря на это, вот на такие стабильные некоторые столы, стулья все были неудобные, не знаю, мне все не понравились. Единственные вот эти вот стулья, которые похожи на наши, сейчас покажу, вот здесь стоит вот этот, мне как-то показался очень... Вот эти. Вот у них ножки более стабильные, чем у наших. Они из дерева и как-то более твердые. А вот этот стульчик, несмотря на то, что мне понравился он по цвету, и стоит он 80 евро, он очень шаткий, очень. Ну, это вот балкон, пример убранства балкона. А это апартамент, ну, для такого молодого человека, я бы сказала. Потому что здесь все такое очень компактное. Места мало, все это так расположено, как бы удобно. И для студента какого-нибудь или начинающего фотографа, не знаю. А вот это кресло, это очень странное кресло. Я на него потом обратила внимание. Посмотрите, какая конструкция. Ничего не поняла, на него не садилась, не понимаю, зачем так сделали. А как вы думаете, что здесь меня привлекло? Халат. Халат был очень толстый, такой из какой-то дерюги толстой. Очень интересно. Вот обратите внимание, пример спальни, да? Потому что в разных странах разное убранство и разная подача товара. Вот такое вот у нас в Германии. Это, я думаю, на балконе, на террасе можно вот так вот обустроить. Это все для террасы, для балкона. Так же, как и вот это. Дочке очень понравились вот эти лампы. Но мы их почему-то не взяли, я не знаю, что-то как-то не попались они нам. Зато мы другие купили лампы. Но эти тоже можно купить, красивые, правда. Мне тоже они нравятся. И посмотрите, какая пустота в кафе, в ресторане. Практически никого нет. Тебе опять выдают номерок, и ты находишься стол и сидишь далеко от других. Но, например, в этот раз было запрещено ходить несколько раз наливать себе кофе. Или наполнять вот свой бокал еще раз каким-то напитком. То есть во время пандемии ты один раз купил, выпил и ушел оттуда. Поехали дальше. Мне очень нравится вот это сочетание горчичного такого с темно-синим. Очень красиво. Шкурку тоже хочу, пока мне некуда ее положить, но я думаю над этим. 4,99 стоила лампа, сейчас 2,99. А вот эта складная лампа, она вообще стоит 3,50. Очень симпатичная лампа. Мы взяли другую, сын другую выбрал, но мне понравилась эта. И вот эти лампы с серой ножкой. Я вообще поклонница ламп. Мне ламп чем больше, тем лучше. Очень не люблю центральное освещение. Очень люблю вот такое вот по углам. Вот эту лампочку мы купили, но она у нас висит у сына на потолке вверх ногами. Это очень симпатичная. Вообще, вот это один из моих любимых отделов.
Лампы, вот эти торшеры мне нравятся, но пока некуда мне их. Вот это тоже мой один из любимых отделов. Постеры мне как бы не особо нужны, но в этот раз мне понравились вот некоторые. Например, вот этот мне очень понравился, причем он сделан, напечатан на холсте. И вот этот срез такой малахитовый тоже на холсте очень и очень симпатично смотрится. Если у кого-то узкий коридор, будет очень красиво смотреться. Ну, я себе прикупила кое-какую рамку. Так что заходите, есть кое-какая оценка. Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Всех вас целую. Пока.